Итак, дорогие друзья, первый тур чемпионата России — Ростов-Терек. Второй тайм. Счет не открыт, 0-0. Григорьев, Иванов, Лебеденко, Полас, пас на Григорьева, Бухаров, бей! Радольфо. Григорьев, удар, Гадзю справляется с этим мячом. Калачев. Эх, не удался пас. Пас на вес. Маурисио. Как играть, хорошо. Иванов. Маурисио. Бухаров. Гацкан. Григорьев. Бухаров пробил. Как смог. Пас отдал не тому. Но мяч все равно достанется ростовской команде. Замена. Адилсон выходит. Заместо Кузяева. Лебеденко. Уцеев, Маурисио. Пас на левый фланг. Рыбусь. Маурисио. Удар мимо ворот. И голкипер будет выбивать. Мяч непонятно куда. Лебеденко с мячом. Прямо на Лебеденко был мяч послан. Но хорошо сыграл защитник Ростова. Мяч уже опять у Уцеева. Полас. Гацкан. Бухаров. Григорьев. Гацкан. Фалят грозненцы. Так, 29 метров до ворот. Бухаров! Гадзюр на месте. Вот так вот. Эх, не зацепились. Семенов. Рыбусь. Лебеденко. Левый фланг сегодня задействован у Терека. Лебеденко в офсайде. 70 минут истекли. 0-0. По-прежнему. Замена в составе Терека. Маурисио уходит с поля. Пирис. Выходит за место него. Калачев. Канга. Григорьев. Хотел же пас сделать на Бухарова. Почему он так отдал мяч? Иванов.
Терек в атаке. Бинго. Новосельцев. Бухаров устремляется к воротам. Но ничего не может поделать. Еще одна замена. Бенгу. Айлтон. Свеженький Айлтон выходит на поле. Полас. Гацкан. Канга. Григорьев. Не получается пройти оборону Терека ростовчанам. Итак, кого-то у нас сломали. Полоза сломали. Рябко выпустим за место него. Ничего себе, его Полоза-то рубанули. Яков, Бухаров, Григорьев. Снова на Бухарова. Бухаров мяч теряет. Лебеденко с мячом. Аилтон. Восемьдесят шесть минут позади. Счет так и не открыт. 0-0. Лебеденко с мячом. Минич мяч отбирает. Посылает на Бухарова в центр. Пас направо на Григорьева. Григорьев устремляется вперед. Бухаров! 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 Гадюр сегодня забирает все. 4 минуты добавлено до финального свистка. Лебеденко. Бухаров! Итак, первый тур для Ростова и Терека. 0-0. Вот такой счет. С вами был Time Games. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем пока!